Ну что ж, друзья, рад вас поприветствовать в обзоре нашего замечательного Мерседеса. Вот как-то так теперь начинается каждое мое утро. И это прекрасно, господа, я прям счастлив. Это будет самый предвзятый обзор этой машины, потому что это та машина, о которой я, в общем-то, пол своей сознательной жизни и мечтал ровно с тех пор, как я узнал, что она существует. Поэтому за объективностью не сюда вообще, вообще не сюда. Пойду нахваливать. Давайте я вам все покажу, что здесь есть. Друзья мои, машина 2009 года с пробегом бешеным 100 тысяч миль, что равняется дофига тысяч километров, по-моему, 160. Но это еще ничего не значит. Это значит только то, что у меня хватило денег, чтобы ее купить. Стоила она 23 тысячи. Она у нас немножечко протюненная. На ней стоит карбоновая такая вот губа. Спереди диффузор, сзади тоже мененный, вот такой вот прекраснейший прикрывающий выхлоп, и стоит вот такой вот карбоновый спойлерок, который в принципе тоже выглядит довольно-таки симпатично, как мне кажется. Диски AMG-шные, но это поставил продавец, он сказал, что это реплика AMG-шная, но вроде бы они хорошие, не совсем изолента. Но профиль, конечно, такой, низенький. Ладно, пойдемте смотреть вовнутрь. Первая проблема этого автомобиля, то, что здесь нет бесключевого доступа и всего такого. Ну, поскольку все-таки год 2009. Заводится она только с ключа. Вот таким вот прекрасным образом. Ключ у нас... стандартный такой мерседесовский, со всеми этими багажниками, не багажниками. И можно паниковать. Вот, на такой машине можно, в принципе, и попаниковать немножечко. Ну и поскольку я открыл дверь, давайте просто начнем отсюда. Поскольку, как вы знаете, автообзорщик из меня великий вообще, мы, естественно, будем рассказывать про кнопочки и все такое. На данный момент я занимаюсь максимальным околхоживанием этой машины, поэтому здесь вы можете заметить вот такую вот карбоновую накладочку, а здесь вот такое вот дерево. Дело в том, что вот это самое дерево мне как бы не очень любо и симпатично, поэтому я решил заклеить все это дерево карбоном. Но вот данная накладочка мне еще пока что просто не пришла. Но зато пришли все остальные. Собственно, что у нас здесь? Регулировка сидений, вверх, вниз, влево, вправо, куда хочешь, короче, вперед-назад. Тройная память на сидушке, открыть-закрыть, ну и стандартная вот эта штука. Вот эта штука, на самом деле, расположена довольно-таки странно, потому что я привык, что она на всех машинах находится где-то вот примерно вот здесь, вот под рукой. Вот ты сидишь вот так вот, и она у тебя где-то вот здесь вот обычно. А здесь вот ручка, видимо, чтобы за нее держаться, чтобы не улететь никуда. А вот до этой штуки приходится туда тянуться вот так вот. И это, честно говоря, конечно, непривычно. По фарам все стандартно. Стоит ксенон, стоят линзы. Светит хорошо, светит достаточно. Режим автоматический есть. Что еще для жизни надо? Это я тоже сюда наколхозил. Но мне кажется, что она тут довольно-таки к месту выглядит. По-моему, прикольно. Дальше у нас круиз-контроль. Бомж-круиз-контроль. Круиз-контроль как круиз-контроль. 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 Круиз. Еще могу отметить, что довольно-таки странно расположен рычажок переключения поворотников. И здесь он спаренный вместе с дворниками. Вот обычно на машинах он как расположен? Ты сидишь вот так вот, рулишь вот так вот согнутой рукой. И у тебя вот он должен быть, по идее, как бы где-то вот здесь обычно, да? То есть ты хоп, поворотник включил, выключил, да? Вот у тебя вот, ну вот в обычном таком положении. А здесь он находится внизу. Я поначалу часто дергался и, ну, включал вместо поворотника круиз. Потому что он находится вот в том месте, где, по сути, как бы хотелось бы поворотник. Но это тоже чисто дело привычки и, в общем-то, ничего страшного. Так, еще тут у нас слева выглядывает регулировочка руля электрическая. Вверх-вниз, назад-вперед, вылет, все регулируется, все уезжает. Еще приятная штука, что, ну, это все запоминается в эту память.
То есть вот, положение руля, положение сидений, положение зеркал, и все. Все запоминается в эту память. То есть настраиваешь, все, кто-то что-то подвигал, потом кнопочку зажал. Видите, и он поехал на свое место, где он был до этого. Довольно-таки классная штука. Так, пройдемся по центральной панельке. Когда мы включаем зажигание, у нас происходит следующая вещь. У нас выезжает экран. Ну, он, конечно, древний. Ничего в нем хорошего нет. Музыка, кстати, тут стоит ни много ни мало. Харманчик. И играет, в общем-то, зашибись. Если бы не одно «но», в этой машине нельзя подключить телефон через Bluetooth. Точнее, его подключить-то как бы можно, но нельзя будет слушать музыку. То есть его можно подключить только чтобы звонить. Bluetooth-телефония. И все. А музыку слушать нельзя. Для этого в бардачке, это я, кстати, тоже наколхозил сюда, но оно тоже, в принципе, мне кажется, смотрится к месту. Ну, это вы в любом случае в комментариях напишите, какой я колхозник, но это нормально. Для такого случая в бардачке у нас вот здесь вот есть аукс, то есть выход под аукс, и еще в бардачке есть прикуриватель. Я думаю, на этом о бардачке можно больше не разговаривать. По центральной консольке все круто, все классно. Я ее тоже переклеил в карбон, потому что мне не нравилось, как она выглядела в этом бежевом каком-то, бежево-серо-коричневом дереве. Ну, реально какой-то очень странный цвет. Ну, не знаю, ну, не нравится мне этот цвет. Карбон намного приятнее глазу вообще. Здесь вот все, что заклеено, оно тоже все было деревянное. Тут у нас ящичек небольшой, там прикуриватель. И типа пепельница. Но почему-то там значок, обозначающий окурки, не бросать. Но это как бы ладно. Коробка у нас автомат, 7-ступенчатая. Здесь вот у нас переключалка комфорт, спорт и механика. Весь вот этот наш команд, вот этот вот, управляется вот этим вот джойстиком. То есть он у нас крутится по кругу, ездит вверх, вниз, влево, вправо и нажимается. Ну, не сказать, что неудобно, нормально. Вполне себе нормально. Я заказал на него новую штуку. Она не будет вот так вот выезжать, как это. Она будет стоять всегда просто здесь. Но она будет с нормальным Bluetooth, с нормальной навигацией и вообще намного посимпатичнее, чем это. The thought of it is crazy, considering where I live. My parents, they are daring shit. Apparently, their marriage isn't. But I still look up at positives, like I get double Christmas. Get there how it been. Так, что у нас в салоне? В салоне у нас вот такой вот бардачок интересный. Он состоит из двух частей. Когда нажимаешь вот здесь вот кнопочку, есть кнопочка с этой стороны, есть такая же кнопочка с той стороны. Нажимаешь, он вот так вот распахивается. В две стороны. Не, подумают, что реклама. И их поочередно как-то можно позакрывать. В принципе, ну, удобный бардачок. Хорошо, что есть вот эта штука, на нее как бы очень удобно ложится рука. Я сюда поставил такую вот хренотеку, потому что мне вечно не хватает места для хранения чего-либо. Отдельного внимания заслуживают сиденья, честно говоря. Потому что сиденья — это просто что-то. Сиденья AMG-шные ковши. И они просто дико удобные. Они прям дичайше удобные. Я никогда не думал, что в ковшах может быть удобно сидеть. Но в них просто офигительно. Они настраиваются, как вообще только можно вообще подумать. Вот здесь вот сбоку сидушки есть три регулировки. Одна из них регулирует обхват. То есть насколько сильно вот эти вот штуки тебя сбоку держат. Вторая регулирует надувание вот здесь вот подушки. И третья регулирует, насколько высоко эта подушка находится. Ты в ней сидишь и реально офигенно прям засыпаешь. Потому что когда ты сидишь в обычной сидушке, тебе приходится как-то держать спину. Но когда ты сидишь в этой, она вот настолько тебя здесь обхватывает, что ты просто, тебе никуда не деться, никуда не вывалиться, и ты реально расслабляешься. То есть ты сидишь в спортивном ковше, но ты расслабляешься, потому что тебя держит он. Знаете, как в самолете спать неудобно, подкладывают люди себе подушки под на шею, под голову, чтобы типа голова никуда не падала. Вот представьте, что вам подушку под все тело положили просто, и вас держит. И все, и можно отрубаться. Офигенно удобно. Мне очень нравится сиденье, прям ма.
Друзья мои, сзади в этой машине делать вообще нечего. Если вам кто-то предложит, скажет: братва, погнали на цешке вчетвером покатаемся, скажите этому человеку, что вы с ним общаться не будете, потому что он вас не уважает. Короче, сзади тут полная фиаско. То есть у меня сейчас сиденье придвинуто почти туда, целиком. То есть, и вот у меня рост 1.77 м. Я почти упираюсь коленкой. И при этом всем здесь не мягкая кожа сзади, а здесь пластик. То есть, как бы, понимаете, да? Если вы упретесь коленочками вот так вот и будете ехать, и вас на какой-то кочке тряханет, то, короче, пока мениски у вас случится. Поэтому сзади не надо ездить в этой машине. Это такой, знаете, такое седан-купе для двоих. Седан для двоих, я бы сказал. Звук закрывания дверей тут, конечно, не как в гелике, но тоже ничего. Но ничего особенного. А что с багажником, спросите у меня вы? А я вам скажу, багажник довольно-таки неплохой. Он, в принципе, вместительный, и вы сможете в нем возить все свои чеки. Они как раз влезут. Чеки за ремонт этого автомобиля. Как раз, ну вот, $950, например. Замечательный агрегат. Мне очень нравится. Ну, в общем-то, о такой машине, мне кажется, рассказывать, ходить, пока она стоит, смысла нет. Поэтому поедем, наверное, с вами и прокатимся. Но перед этим мы заедем на заправку, потому что двигатель тут, как вы можете заметить, 6,3 V8. А с таким двигателем машину приходится часто заправлять. На данный момент она показывает расход за последнюю 1000 пройденных миль 16,8 миль на галлон. А 16,8 миль на галлон в привычных нам измерениях равняется 15 литров на сотню. Что, в принципе, очень даже, ну, приемлемо, мне кажется, для такого движка. Кстати, мы же не посмотрели движок. Опа. А под капотом, естественно, у нас AMG-шечный движочек. Характеристики его все вот. Можете ознакомиться, кому интересно. Двигатель M156. Говорят, что он более-менее хороший. То есть это атмосферный движок. Я плохо разбираюсь в подобных вещах. Но я знаю, что он атмосферный, что тут нет никаких турбин, нет никаких компрессоров. И поэтому, хотя бы поэтому, он уже надежнее, чем многие другие штуки, которые потом начала выпускать компания Mercedes. Еще недавно я установил себе вот такую проекцию на лобовуху, которая мне очень люба и симпатична. И, в общем-то, классная штука. Работает она посредством того, что там просто стоит такая вот мониторчик такой. То есть это ОБД-сканер, он воткнут в ОБД-разъем, и он просто проектирует на пленочку скорость. Очень классно, мне прям нравится, она прям удобно работает. И вот туда вот в ОБД-шку она где-то воткнута. Ну, про динамику, я думаю, говорить не нужно, да, что она прямо лучше некуда. Мы так чуть-чуть нажимаем и слышим сзади интересные звуки. Очень приятненько. Я не знаю, сколько она до сотни едет. Я думаю, секунд, наверное, 5. Но вот сколько она на самом деле едет до сотни по документам. Так, приехал я на заправку. Лючок у нас открывается просто вот так вот. Я не знаю, блокируется он или нет, но открывается он просто щелчком. Естественно, разумеется, наш баварский седан жрет только самое хорошее топливо. А именно 91-й в нашем случае, то есть это самое высокое октановое число, которое только можно вообще придумать. Стоит он здесь у нас 3,90 за галлон. Это в пересчете рублей на литр вот столько вот будет. Но честно, вот прям откровенно говоря,
Реально, каждый доллар, потраченный на бензин в этой машине, стоит того. Вот прям правда, реально. Машина доставляет эмоции. И это, ну, мне, по крайней мере. И это очень классно. Это прям круто. Ну и расход, не сказать, что он прям дико космический. Короче, ладно, сейчас заправимся и покатаемся немножечко с вами. Бак в этом зверье, кстати, ну, 15 галлонов. То есть уже горела лампочка, я заправил 15 галлонов. Столько вот это литров. Все, можно отправляться, наконец-то, ездить. Полного бака, он пишет, что хватает примерно на... Где-то на 300 миль. Но эти его показания, честно говоря, очень сомнительные. Сейчас я вам объясню, почему. Вот, допустим, показывает он сейчас, что нам осталось 292 мили. Но сейчас, когда я поеду, эта цифра будет просто меняться каждую минуту, скорее всего. Вот я трогаюсь, и смотрите за этой цифрой. Она просто сейчас будет изменяться постоянно. Чуть-чуть газику притопил, она меньше стала. Но вот точно могу сказать, что расход по трассе и в городе отличается очень сильно, конечно же. Вот был расход 292, с заправки выезжали. Проехали? Сколько мы проехали? Всего ничего. Видите, Мерс сожрал уже бензина на 11 миль, пока мы объезжаем заправку по кругу. Вот такой вот расход, понимаете? Все серьезно. Конечно, судя по дрожащей моей камере постоянно, вы, наверное, понимаете, что подвеска здесь дико жесткая. Ну, как бы я не катался на спортивных машинах никогда, но мне кажется, что на них она либо такая же, либо, ну, может быть, чуть-чуть пожестче. Но она прям жесткая здесь, действительно. Вот смотрите, уже на 22 мили топливо израсходовали. Мне кажется, что он просто должен по-хорошему меняться там, ну, раз в минуту по какой-то средней статистике или что-то из этой серии. А он меняется вот так. И это странно. Весь бензин, походу, куда-то утекает просто. Ладно, давайте ведерко подольем, ведерко бензина в двигатель. Оп! Друзья, эмоции вообще, реально пушка. Прям, я прям очень доволен этой тачкой. И кто-то вот мне скажет: Никитос, а где, блин, бёрнаут? Где с нуля до сотни? Где дубасить? Где вообще все вот это вот? Что, почему ты ездишь как пенсионер? А я вам отвечу. Вот я так езжу. Вот, ну, у меня машина для того, чтобы кайфовать. А я не кайфую от быстрой езды, я не кайфую от бёрнаутов и всякого такого, потому что мне кажется, что это просто, блин, убивание тачки. Меня прикалывает ускорение, меня прикалывает вот взять и ну, рубануть по прямой, просто иногда, чисто по приколу, но не вот это вот все. Вот, и все, и достаточно, 40 миль в час, максимально разрешенная скорость, а сколько кайфа, вот я прям радуюсь, я не знаю, мне прям нравится. В общем, друзья, если вы вдруг не знаете вообще, что это было, и как-то вы сюда попали каким-то странным образом, у меня есть второй канал, основной, на котором я, собственно, живу и показываю все, как я живу, поэтому можете заходить туда. И если вам понравился Мерс, и вы хотите его чаще видеть, приходите тоже туда. Я каждый день на нем езжу. И это все здорово и приятно. Класс. Блин, реально, вот как ребенок просто. Блин, я не могу. Это очень круто. Мне очень нравится эта тачка. Прям вот это та машина, о которой я, понимаете, всю жизнь в самых своих смелых мечтах мечтал, но никогда не думал, что я ее действительно смогу себе позволить и купить. Поэтому, друзья, мечтайте и делайте, главное, что-нибудь. Потому что если ничего не делать, то ничего не будет. Все, короче, на этом наш предвзятый обзор Мерседеса окончен.
Я надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, например, если вам нравится. Пишите, что вы еще хотите смотреть, видеть. И обязательно увидите. Все, всем пока. You bad boy, nigga.